К открытию детского сада готовились всем миром. В проведении торжественного мероприятия помогали и воспитатели, и родители. Новое дошкольное учреждение оборудовано в соответствии с современными требованиями и оснащено всем необходимым. Посещать занятия смогут дети с 2 лет. Основным направлением работы детского сада будет инклюзивное образование. Здесь будут работать логопедические группы. Все логопедические группы, которые раньше работали в детских садах номер 4 и номер 5, они перешли в наш детский сад в полном составе. И воспитатели, и логопеды, и даже младшие воспитатели. Все специалисты, которые необходимы для работы в логопедических группах, работают в полном составе. Для занятий малышей созданы комнаты релаксации, кабинет рисования и даже информатики. В просторном дворе для прогулок оборудовано несколько игровых площадок. С большим интересом дети пробуют рисовать на интерактивной доске. Здесь компьютеры, большой садик, очень много людей, еще красивый. Родители, чьи дети с началом учебного года начнут посещать этот детский сад, оценили возможности учреждения. Говорят, очередь пришлось ждать недолго. Я сегодня увидела, что детский садик очень красивый, что здесь все новое, красивое. И я очень рада, что мой ребенок идет именно в такой только что построенный детский сад, что в этом садике есть все для ее развития. Здесь есть музыкальный зал, есть зал, где они будут заниматься гимнастикой. Ну и, конечно же, та комната, в которой они будут находиться целый день, очень светлая, большая. И я думаю, что моему ребенку очень понравится в этом саду. Почетные гости мероприятия осмотрели техническое оснащение, пищевой блок. Для них был организован праздничный концерт с песнями и танцами в исполнении детей. Юные агидельцы здесь – главное. Именно для их комфортного обучения и развития создавался важный для города объект –